На референдуме в Великобритании победили евроскептики. За выход из страны из состава ЕС 52% британцев. Выбор в пользу независимости от Единой Европы сделала Англия и Уэльс. Шотландия и Северная Ирландия высказались за сохранение членства в Евросоюзе. Плебисцит носит рекомендательный характер, то есть правительство может не принимать во внимание его результаты. Тем не менее, премьер-министр Дэвид Кэмерон призвал уважать волю народа, а также анонсировал свою отставку. Он отметил, что страна приняла решение пойти по другому пути, в связи с чем ей нужен новый лидер. Кэмерон обещал отставку правительства уже в октябре, когда в Лондоне состоится съезд консервативной партии. Между тем, финансовые рынки не рассчитывали на такой итог референдума, поэтому реакция их участников оказалась довольно бурной. Фунт стерлингов обвалился до минимума за последние 30 лет. Азиатские и европейские биржи резко ушли в минус с первых минут торгов, а цена на нефть марки Brent снизилась более чем на 5%.